Кубинская компания задолжала государству порядка 38 миллионов. Перед пандемией начали производить мебель, закупили оборудование, но магазины закрылись. Долги копились 3 года и достигли немыслимых размеров. Работали в Питере. И в связи с ситуацией, которая сложилась, просто прикрыли, и организация не смогла выполнить обязательства. Но недоимки нужно возвращать. Должнику предложили не медлить, а обратиться в налоговую за предоставлением рассрочки. Обратите внимание, что налоговая ждать не может, а по процедуре будет передаваться в судебных приставов и далее банкротство. В актовый зал администрации пригласили более 20 жителей округа. Их общий долг – 141 миллион рублей. К началу заседания эта цифра стала на 15 миллионов меньше. Некоторые решили погасить задолженность, не дожидаясь заседания комиссии.